Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер, и добро пожаловать на канал! Сегодня мы вместе с вами будем бороться с насекомыми и другими вредителями, которые могут напасть на ваш дом, на вашу квартиру. Сегодня мы будем уничтожать различных жуков, пауков и другую нечисть, которая придет в наш дом. Это у нас игра Bugs от создателей игры Homewars. Кто-то давно на канале Воблер, тот знает, как мы еще в 2017-2018 году играли в игру Homewars, где мы вместе с вами боролись с различными солдатиками против жуков, которые нападали на разные комнаты. Там можно было проходить кампании, но самое главное, что мы делали, дорогие друзья, мы делали просто эпические битвы. Даже многие ребята писали: «Воблер, вернись в Homewars». Я думаю, что вернемся, потому что с 2017 года у меня компьютерное железо выросло в много раз. Сейчас топовый ПКшник, то есть топовый, самый топовый. И мы реально можем 4К там повоевать, и будет круто, красиво, эпически и бомбезно. Что же это за игра? Она будет доступна с 20 июня. Ключик разработчики заслали мне еще пару дней назад. Это от создателя Homewars. Мы здесь тоже будем бороться с жуками. Просто у нас будет вид сверху. Итак, смотрите, вот эта машинка, мы дезинфектор. Да, и наша задача здесь уничтожить насекомых. Вот здесь говорят, что есть вредители. Видите, есть вредители. Мы должны их уничтожить. Мы будем воевать против этих насекомых. Есть мурашки, тараканы. Это еще какие-то... Ну, это все тараканы. Пауки, скорпионы и огромные тараканы. То есть это какие-то прусаки, как называются. Это уже такие американские тараканы. То есть такие дома не бегают. Я таких в жизни не видел. Ну, и скорпионы тоже у нас дома не бегают. Ну что ж, давай мы, наверное, поехали. У нас есть время, 3 минуты. Мы должны здесь поставить вот эти все приблуды, которые есть внизу. Да, различные уничтожители. И их расставить таким образом, чтобы, ребятки, уничтожить этих тараканов. То есть самый крутой, я считаю, это такой вот пропеллер, да, который будет крутиться. И тот, кто полезет, вообще, он просто здесь умрет. Вот, смотри, здесь пропеллер. Здесь у нас их не так уж и много. Их всего лишь 5 штук. Давай. Здесь расставим. Вот здесь вот. А на улице, кстати, мы можем поставить хоть один? Ну, хоть один на улице-то. Можем на улице возле. Отлично. У нас еще остался тут один. Здесь, наверное, давай вот здесь вот поставим. Так, у нас есть растяжки, ребята. Растяжки это тоже довольно важно. Особенно, мне кажется, надо сделать как-то на улице. Растяжку, если кто-то, смотри, пойдет сюда. То есть мы готовимся к уровню. Мы уже начали проходить кампанию. Я здесь прошел туториал, да, немножко. Ну как прошел? Что-то... Ну тут все просто элементарно. Мы тут сейчас все расставляем. И надеемся, что враги умрут своей смертью. Наша задача защитить этот дом. Но я хочу сказать, мы не простые дезинфекторы, вы представляете, да? Такой вот дезинфектор. Это вообще смешно. Дома расставляют различные растяжки. Настолько должны быть опасные тараканы, чтобы их вот так вот растяжками уничтожать. Мне кажется, это довольно смешно, согласитесь. Мы видим, что дом какой-то, тут уже посуда разбитая. Кто-то сумку бросил. Так, у нас есть также мины различные. Мы их здесь вот будем расставлять. Так, где-то еще. Вот здесь вот. Ага, эти закончились. Теперь маленькие давай. Чем больше мы расставим. Давай сюда поставим. На улице тоже надо ставить, потому что они будут лазить. После того, как мы здесь все расставили, мы уже ничего сделать не можем. Мы не можем никак их убить. Есть еще такой режим, дорогие друзья, где мы можем непосредственно так вот в самом бою, когда они лазят, их травить. То есть там мы различные бомбочки ставим, то есть мы дезиком всяким, ну не дезиком, а вы поняли, различными баллончиком пшикаем, чтобы уничтожить врага. Есть какое-то укрепление, что-то, вот эти штуки есть, давай мы их тоже расставим. Так,
все расставляем, ребята, все максимально. Главное, чтобы враг здесь умер. Так, все, что можно, мы расставить, расставим. Это у нас первый уровень кампании. По идее, он не должен быть сложным. Но так как я четкий, скажем, так, парнишка, я могу просрать на ровном месте. Так, что это? Стоп, типа нельзя сюда идти. Что это такое? Стена что-то? Я вообще не знаю, что вот эта штука. Тут есть, конечно, описание. Мы можем прочитать, видите. Так, это у нас различные липкие такие вот моменты. О, можно вот здесь вот липко сделать, чтобы они до вентилятора подходили и просто прилипали. Мне кажется, довольно прикольная тема будет. Такой... Отлично. И будут бежать, раз прилипли. Вот так вот. И здесь. Вот так вот, наверное. Какое-то ограждение. А можно было ограждение сделать, и насекомые туда бы не полезли, да? Ладно, пробуем. Поехали. И вот, смотри, какие жуки уже пошли. Они откуда-то с воздуха респанулись, под столом сидели. Слушайте, он размером, бах, взорвался на меня. Паук полез. Он размером как стул был. Так, что за взрывы пошли? Скорпионы. Смотри, это взорвался, ему вообще по барабану. А, он заражается, потом бегает, видите, и по чуть-чуть с него хп уходит. Вот замедляется, и все. Так, на улице кто-то есть? Мне кажется, зря на улице так много растяжек поставил, да? Взрывается. На, в говняшку. А, растяжка двоих снесла. Ха-ха, нормальный дезинфектор дома поджег все. Скорпион. Давай, скорпион, умри. Ну, на мурашку это никак не действует. Ну, скорпион, прилипни, пожалуйста. Вот жук прилип. Все, труба ему. Вот эта штука зеленая, крутая, конечно. Когда на нее залазят, потом они ходят и чуть-чуть вот с них хп уходит. Вообще четенько. Так, у нас 2 минуты, ребята. Я переборщил с улицей. Почему-то я думал, что на улице будет много. В туториале на улице было много. Надо было вот этот вентилятор сюда не ставить, да? Растяжка, все вот это. Блин. 40 минут. Ну умри, гад, таракан. Остался, смотри, один жучара вот этот и скорпион. Ничего себе дома скорпиончик. О, таракан залез, отлично. Все, жуку труба. Он заразился ядом. Ха-ха-ха, под лопасть подлез. Нормально. Слушайте, хоррор какой-то. Представляете, хозяин такой приходит домой ночью в нетрезвом состоянии и на эту лопасть. Либо на мину. Чё ты лазишь туда-сюда? Ну чё ты, скорпион, творишь, блин? Выходи давай! Так нечестно, ребята! Хорошо, если ограждение вот здесь вот сделать, чтобы тараканы вообще туда не лазили. Что там вообще никто не взорвался. Ну, отлично, давай! Умри, умри, у нас 50 секунд! Блин, да а чё его лопасть-то не достает? Он далеко от неё. Гадский скорпион. Прилип. Слушайте, 40 секунд. За одного жука мы просрём уровень. Стоп, чьи-то трусы лежат, ребята. Носки. Трусы, носки. Нормально тут все разбросали. Просрать уровень за гадского скорпиона. Он сожрал, что ли? Ну, давай, лезь на лопасть. Ну, иди сюда. Давай, давай, фу. Отлично, слушайте, я думал, что мы проиграем. Вероятность проигрыша была очень большая. Отлично. Так. Мы уничтожили дом. Так, что у нас по радиусу? Что мы можем еще достать? Этот дом. Тут вообще можно с ним что-то сделать? Этот дом мы уже прошли. Есть другой дом. А, ну тут вроде бы нет насекомых. Есть вот это. Давай посмотрим, что нам придется делать. Снова растяжки. Ну, дом совершенно другой. Поехали, ребята. Итак, это у нас телевизор. Ой, какое строение. Так, улица. Улица. Блин, ну мне кажется, они по улице тоже будут лазить. Ой, какая неудобная квартира для расположения различных вентиляторов. Смотри. Сюда ставим. Блин. Сюда. На проходе.
Ну а может его даже не достать, да? Блин, блинский, ты посмотри. Реально непростая. Давай сюда. Куда мы еще пропеллер можем поставить? Где-то... Ну на улице, я просто не знаю, как с улицей вообще быть. Давай сюда еще. Так, тут они пролезут, тут будут проходить. Короче, была, не была. Ставим здесь. Ставим жидкости. Чтобы они такие медленно здесь ползали. Так, шмяк, шмяк, шмяк. Шмяк. Здесь, а то пробежит и все. Так, ограждение. Может здесь как-то ограждение поставить? Растяжки. Вот здесь ставим растяжку, смотри. Вот здесь вот ставим растяжку. Где еще? Вот здесь вот растяжка, потому что по-любому он здесь будет бежать. А вот здесь вот можно. Раз. Можно, конечно, ее еще развернуть. Но не просто, хочу сказать, здесь бороться будет нам. Две растяжки. Я не знаю, как с улицы, елки-палки, быть. Снова, блин, все забронирую. Так, тут проход есть. Тут тоже есть. Мне кажется, здесь четко я все придумал. Перегородили. Здесь вот давай. Вдруг кто-то побежит с другой стороны. Вот сюда растяжечку. Защитить комнату. Так, что у нас есть? Вот эти штуки довольно эффективные. Мне они очень сильно понравились. Когда жуки идут, как раз тут они на пути смогут ходить и заражаться. Здесь вот. Вот здесь, после того, как растяжка взорвется. Здесь. То есть доступ уже перекрыт. Вот здесь вот. По-любому, возможно, не лазить будут, мало ли. Так, что, все, ноль. А, мины. Ставим сюда. 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 Мы видим, что там всякие скорпионы, они любят не вылазить со своей территории. У них прям... Им очень сильно это нравится. Так, тут они за, как бы будут идти. Заразятся и умрут. Вот здесь вот возле диванчика. Тут есть две мины. Сюда еще. Давай сюда. Здесь очень мало всего. Вот сзади вдруг будут лазить. В туалете. Сюда. Ну все, в принципе, закончились. Липкая субстанция. Есть еще другие вот эти штуки. Я просто не знаю, как они вообще на улице будут. Так. Давай его сюда натычим. Приманка, да, у нас это? Хорошо. Сюда, сюда. Что у нас еще есть? Стоп. Мы можем как-то загородить, чтобы они не проходили, да? Но я не знаю, как нам быть на этом уровне. Вот с вот этими штуками я не совсем знаком. Так, время пошло. Так, ага, отсюда вылезли. Так, взрывы пошли, взрывы. Кто-то взорвался на растяжке. Ну, растяжка, когда стреляет, она, я понял, выпускает такую вот, как дробь, взрывную волну в сторону. Вы поняли? Паучок, все, труба паучку. На улице. А, с улицей мы не сможем разобраться. На улице очень много насекомых. Очень много, видите? Еще жуки не заразились? А, есть просто, я понял, есть для больших жуков это зеленое, для маленьких жучков это такая вот, видите, яд коричневая приманка. Да все, мне, мы с улицы не разберемся, я не рассчитывал, что на улице будет их так много. То есть уровень с первого раза не пройти. Мне кажется, надо каждый уровень здесь просто нажать. Вот, поставить одну приманку, нажать посмотреть, как оно вообще все работает. А потом уже проходить, ну потому что здесь довольно сложно. Никто же не думал, что так вот. То есть мы в доме со всеми разобрались, насекомых в доме почти практически нету. А на улице...
Можно сюда штуку поставить. Сюда поставить. И все. А ну? Ну такое себе. А, они вот вообще пролезли. Так нечестно. А, в дом они заходят? Нет, мы не успеем за минуту. У нас раз-два. Пауки, жуки, скорпионы. Та ты что? Этот паук тоже черный где. Хитрожопый. Самый хитрый. Самый медленный хитрый паук. Он не умрет. Этот таракан вообще, на него эта приманка не работает. Можно, кстати, вот эти штуки не ставить, где вентиляторы, я понял. С этим все ясно. То есть в доме у нас было все четко расставлено, а вот с улицы я ее недооценил. Но я же не думал, что будет так. Ну да ладно, что могу сказать. 30 секунд осталось. Давай, мы уже 30 секунд пройдет. Навряд ли они, конечно, залезут. Тут два паучка осталось. То есть эти вентиляторы надо поставить просто по бокам. И им будет труба. Ну, в доме тогда их будет мало. Может, в доме они-то и не нужны? А, кстати, они уже поломались, смотрите. No. Да я понял, что ну-ну. Проиграл, да? Так, мы можем с этим домом разобраться? Нет, не можем. Дезинфектор. Так, сейчас мы будем немножко по-другому действовать, ребята. У нас сейчас будет по-другому. Смотрите. Не получилось бомбы поставить. Мы начинаем расставлять вот такие вот взрывные разные устройства. У нас 200 штук, чтобы их завалить. Можем вот так вот. Щина! Паук, каждую мурашку по отдельности. Умри! Так, его надо, мне кажется, вот бомбочкой такой взорвать. Так, о, паук. Паук-король? Что это за паук-король? Вы видели, мы его только что завалили. У него корона какая-то была. Чего? Паучара, на тебе. Мурашка. Держи. Мелких мурашек мы можем так убивать. Так, где у них еще пауки-короли? Что это за яблоко? Что это за штука? Мы можем как-то, может, собирать их? Мы можем также их давить, ребята, ногой. Ногой дави! О, сразу, шмяк, шмяк. А у нас нету никакого времени. Да? Шмяк, 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 шмяк. Дезинфектор выехал. Ногой, блин. Просто элементарно вызвали дезинфектора. Ты такой приходишь, они говорят: а где же ваши какие-то средства против насекомых? А ты такой в комнатных тапочках. Говоришь, да вот они. Такой, думаю, раз, переобулся с уличной обуви на такую вот. Так, ну мне кажется, вот этим поинтереснее жарить их. На, умри. Сколько их надо вообще убить? Времени никакого нету, да? То есть как-то... Где у них... Так. Давай, валим. Сколько их вообще осталось? Только муравьи? Да блин, они вылазят и вылазят. Так, что-то не так. Они яблоки, какая-то пища. Давай их взорвем, что ли. Ребята, вам не кажется, что их как-то все больше и больше? Мне кажется, их очень много стало. Что-то как-то оно не взрывается. По 150, но... Они размножаются! Да как же ж вас так? У меня скоро все закончится. 200 бомб? Я не успеваю, ребята, просто. Там какая-то еда бывает появляется. А здесь хитро, здесь бомбы нельзя сразу эти ставить. Очень часто. Ну, сейчас их поменьше. На, эти гады.
Ну, валите, умрите, блин. Мурашки. Давай сначала всех, кто на улице, потравим, потом дома. А не? Дома тоже нормально. Но! Где вы спрятались? Все, сразу уличных валим. Они через дверь зашли. Так, что у нас на улице? Сначала на улице валим. Так, снесли. Так, на улице нету? Отлично. Умри, мурашка. Вот в доме осталось. Куда ты под стол спряталась, гадина? Я тебя вижу. Вали, вали, муравьев. Куда они прячутся, блин? Под столом. А их тяжело убить, я вам скажу. Давай, давай. Может, их ногой легче. Куда ты? Так, нога. Да блин. Бомбой давай взорвем. А бомба не ставится здесь. Все, тебе труба. А как вообще? Так. Яблоки тут разные. Они ж питаются яблоками. Ну, точнее, не сладостью питаются. Там. Ест. Ребята, победили. Фух, что могу сказать, что город здесь полностью заражен этими насекомыми. Возможно, они даже какие-то инопланетные. Может быть, это какое-то жесткое нашествие разумных насекомых, потому что людей мы не видим. Видим одних жуков и мурашек, таракашек. Ну что же, с вами был Воблер. Такая вот у нас интересная игра. Она будет доступна в Стиме с 20 июня. Сколько она будет стоить, без понятия. Но в следующем ролике мы будем воевать. С вами был Воблер. Удачи и пока.